районе, ДК «Франко», приходит очень много людей с благодарностями и с выражением глубокого уважения к нам, к людям, которые работают здесь, у нас здесь в штабе. Пишут нам благодарственные письма. Вот хочу вам продемонстрировать несколько таких писем. Зарплату не платят, пенсию не платят. Спасибо вам, что вы нам помогаете с этой такой администрацией помощи.